Здравствуйте. После подписания документов в рамках очередного саммита СНГ, который на днях прошел в Душанбе, президент России Владимир Путин коротко пообщался с премьер-министром Армении Никол Пашиняном. Как сообщает первый Невс АС со ссылкой на спутник Армении, сначала Путин сказал несколько фраз с Пашиняном. Затем президент России перешел на жестикуляцию, и его примеру последовал премьер-министр Армении. На следующих секундах было слышно, как Пашинян говорит: «Да, конечно, ну просто в итоге дня я в Армении, он в Азербайджане». О чем говорят лидеры двух стран, непонятно, но зато была заметна активная жестикуляция. Следует отметить, что некоторые жесты Владимира Путина выглядели достаточно пренебрежительными. Самое интересное здесь выражение лиц армянской делегации на заднем плане. Судя по их лицам, Путин серьезно озадачил премьер-министра Армении во время беседы. После этого премьер Пашинян сказал журналистам «Спутник Армении» следующее. Визит президента России Владимира Путина в Армению состоится, скорее всего, в начале 2019 года. К этому времени нужно подготовить договорную базу для подписания двусторонних документов. Премьер напомнил, что ранее была достигнута договоренность о том, что визит российского президента в Ереван состоится либо в конце этого года, либо в начале следующего. При этом он отметил, что стороны регулярно контактируют друг с другом. «Думаю, что будет неправильным, если визит состоится в начале следующего года». Почему? А для того, чтобы подготовить договорную базу, подписать документы в ходе визита, заявил глава армянского правительства. Армянский премьер также рассказал, о чем активно жестикулируя, он беседовал с Путиным на саммите СНГ в Душанбе. «Мы обсуждали с Владимиром Путиным нашу встречу, потому что после саммита снова встретились и поговорили вдвоем. Мы договорились о встрече. Вот здесь ключевое слово, хочу обратить ваше внимание», — пояснил Пашинян. Напомню, что на полях саммита СНГ в Таджикистане премьер-министр Армении и президент России Путин провели короткую беседу. О чем говорили лидеры двух стран, было непонятно, зато была заметна активная жестикуляция. Однако, что сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков обо всем вот этом деле? Он сказал следующее. На полях саммита СНГ состоялась краткая беседа президента Владимира Путина с премьер-министром Армении Никол Пашиняном и президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом сказал Песков журналистам агентства ТАСС. Он кратко переговорил с Пашиняном, кратко переговорил с Додоном. «Вот сейчас только что», — сказал Песков. Песков передал, что Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению. Однако Пашинян утверждал в других СМИ обратное. Похоже, что соврал. «Нет, они говорили по другим делам, по оперативным, текущим», — отметил представитель Кремля. Напомним, что ранее сегодня в Душанбе состоялось заседание Совета глав государств СНГ, сначала в узком, а потом в расширенном составе. Следующий саммит СНГ пройдет 11 октября 2019 года в столице Туркменистана Ашхабаде. Возникает еще один вопрос. Почему на обеде президента Таджикистана Пашинян сидел в конце стола, один, в одиночестве? Почему на обеде, который президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал в честь глав стран членов СНГ Душанбе, премьер-министр Пашинян сидел в конце стола? Вот это наводит на размышления.